Самба. Шаповаленко Александр, Стайкова и Катерина. Ча-ча-ча. Я ал я тру
Всегда на паркете, когда мы видим румбу в исполнении взрослых. Ну а мы продолжим знакомство. Под номером 80 выступает гробовой Павел Дурахова Наталья. И чтобы вы еще поаплодировали нашим финалистам Александру и Екатерине. Александру и Анне, Павлу и Наталье. Аплодируем, аплодируем, аплодируем. Да, конечно, они молодцы. Я думаю, что вы еще аплодировали, потому что они настоящие молодцы. Соревнованием готовится категория юниоры 1 класс сделать американская программа, но категория хобби завершает свое выступление танцем джайв.
продолжим знакомство чуточку позже. А я хочу сказать, что, уважаемые зрители, танцевальный клуб «Феерия», танцевальный клуб «Променад» приглашают записаться в категорию «Хобби» всех желающих. И вы можете это сделать прямо на соревнованиях. У меня здесь лежит блокнот, где вы можете оставить свой телефон. С вами обязательно свяжутся руководители клуба. Поэтому, если кто-то не может жить без бального танца, у вас есть прекрасная возможность научиться танцевать в городе Верхний Днепровск. Работают прекрасные преподаватели и хорошие очень танцевальные клубы. Вы можете записаться и оставить свой телефон. С вами свяжутся представители танцевальных клубов. Все вам расскажут и расписание, и составят персональный график тренировок. Ну, а у нас «Венский вальс». Любовался тобой, словно я сам тебя создал. Месяц назад на грусалку и звон ласково, ласково слал. Я разбудил проливные дожди, плакал растроганный воздух, но ничего я не мог. Под номером 75 выступает Александр и Анна. Под номером 80 выступает Павел и Наталья. Тренирование готовится к категории юниора 1 класс. Европейская программа на категории «Хобби» исполняет «Фикстер».